Ребят, я хочу увидеть кэш-крю, блядь. Вы меня уже забайтили, пиздец как. Так, ебать, и чё тут у нас? Чё, бандиты, ебать? Это слот про бандитов? Склад высокой безопасности? Да давай, ебать, высокую безопасность, склад, чё? Ну это какой-то стильный слот, да, ребят? Вы меня поэтому заманили в этот слот? Потому что... Сейчас жена, походу, вставит люлей. Ребят, что-то здесь жесткое, посмотрите. Крабэм. Ребят, вы видите? Что это все? Это вот такая парашка? Ну и как тут выигрывать, ребят, деньги? Блять. Не, ну серьезно. Деньги-то тут как, блять, выигрывать? Ребят, ну это какое-то разъебалово тут, смотрите, ребятки. А как тут вообще, блядь, деньги выиграть в этом слоте? Блядь, ребят, ну выглядит какая-то параша, блядь. Ссаная параша, блядь. Ну и чё? Ебать, наконец-то мы поймали это, ребят. Это супер-мега-копы. Вы видели? Мы только что поймали какую-то супер-крутую штуку. Пацаны, вы видели? И чё? Это пизда, да? Ребят, это пизда? Ну! Это пизда. Смотрите. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот, блядь. И вот так вот. И это все туда залетело. Ну как вам? Давай вот эту хуйню нажмем, ребят, разок. Пиздарики. Чё, блядь? Бля, ребята, Всем доброй ночи. Бля, ребят, ну это дичь ссаная. Это ссаная дичь, пацаны. Бля, я ухожу с этого слота. Это лютая параша, блять. Это просто пиздец. Блять, да пошел нахер, блять, ублюдина. Ну вот сейчас, ребят, смотрите. И чё? Ну и чё, блять, и чё, блять, смотрим. Сколько дал? Вот, видите? А вот так вот. Заебись. Все, ребят, выходим. А, ну вот смотрите, раз, и тут еще троечка, блядь, сработала троечка, хуёечка, ну такое, плюс-минус, да, при своих. И вот оно, блядь, ну вот это, ребят, посмотрите, ребят, ну вот здесь должно быть, блядь, просто разъебалово. Сколько дало денег, нихуя, не понял, что выиграл, сколько? Достигнут лимит, вы достигли максимальной суммы, которую, о, не понял. Максималочка, чё ли? Это как? Подождите. Тупо максималка. Так, подождите. Кто-нибудь видел вообще? Повтор, блядь, есть? Это как, блядь? Просто вот так вот максималку? Нихуя себе, ребят. Нихуя себе. Блять. Я еще думаю, нихуя себе, нормально тут поумножает сейчас. А это типа вилды, да? Это он линии вилдов поставил, ребят. Фантакрут, ноль эмоций. Да просто деньги небольшие. Палец смерти. Деньги так, небольшие, пыль ебать. Сегодня есть, завтра нет. Это запись. Копейки ебать. Копейки. Это как будто она с Брюсом Уиллисом, чтобы не огорчать. Смотрите, ребят, вот так было. Бля, сука, ну я... А можно еще раз?
Можно еще раз посмотреть?